Скутер детям не игрушка. В Прикубанском районе прошла профилактическая акция «Папа, мама, я», ПДД соблюдает вся семья. Сотрудниками госавтоинспекции о том, как прошло и как нужно рассказывать и показывать детям, как переходить дорогу, расскажет Майя Хамдохова. Учение – свет, а не учение – опасно для жизни. В профилактической акции «Папа, мама, я» ПДД соблюдает вся семья присутствовали родители, дети и водители. Сотрудники госавтоинспекции наглядно показывали, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Детки, хотели бы вам вручить памятки с напоминанием о том, что вам необходимо делать. Безопасность детей зависит не только от родителей и водителей, но и от самих детей. И поэтому очень важно показывать им пример, который послужит им уроком для сохранения собственной жизни. Сейчас есть много транспортных средств, как самокаты, так и велики. И детям обязательно нужно говорить, как ездить и с какой скоростью нужно ездить. Ведь любознательность детей сопровождается не словами, а действиями. Еще мы красили дорогу. А что там было написано? Соблюдай безопасность дорожного движения. Молодцы. А вы сами соблюдаете правила? Да. Совместное участие родителей и детей в подобных мероприятиях придает сплоченность и взаимодействие друг с другом. Ведь безопасность несовершеннолетних начинается с их собственных чувств значимости для родителей. Главная цель данной акции – не только раздавать памятки с указаниями правил дорожного движения, но и соблюдать их в обязательном порядке, чтобы чрезмерное использование гаджетов, самокатов и велосипедов не стали причиной ДТП на дорогах с участием детей. Решили провести акцию вместе с родителями, которая называется «Папа, мама, я, ПДД соблюдает вся семья». Мы с ребятами подготовили памятки определенного рода, где указана информация для родителей. Тем более сейчас начинаются летние школьные каникулы, все дети идут отдыхать. И хотелось бы всех родителей призвать, чтобы они вот благодаря даже этим памяткам сделали для себя какие-то определенные моменты и доносили информацию о правилах дорожного движения детям. Будьте внимательны, будьте осторожны, прививайте детям правила дорожного движения, чтобы ваши дети домой возвращались целыми и невредимыми. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.